Дедушка Мороз появляется на арене не на тройке лошадей, а на мотоцикле с водителями-медведями. А Баба-Яга парит на метле под куполом цирка. Знаменитая династия артистов со 180-летней историей представила в Сочи свой совершенно новый спектакль. Цирк Филатовых привез на побережье новогоднее шоу с любимыми сказочными персонажами и лихо закрученным сюжетом. Здесь заняты Дед Мороз, Снегурочка, кот, заяц, леший, домовой. То есть те персонажи, которые очень любят дети. И, конечно, зажигание елки, и всякие сюрпризы. И, в общем-то, специальное детское представление было подготовлено для сочинского цирка. Филатовые артисты с мировым признанием не перестают снова и снова удивлять искушенного зрителя. Здесь и акробаты, и иллюзионисты, и эквилибристы, и жонглеры. Вот, например, культовый персонаж комиксов Человек-паук парит в воздухе. Дети в восторге. Ну и куда в цирке без животных? Собаки, пони, павлины, насухи, верблюды, дикобразы и даже дрессированные попугаи – все на одной арене и каждый с уникальным номером. В финале представления на арене легенда мирового цирка. Всемирно известный аттракцион «Медвежий цирк». На манеже одновременно 15 хищников. Медведи на мотобайках, роликах и квадроциклах. Медвежий оркестр и даже медвежий бокс. Дрессировщик показывает верх мастерства. Такого не увидишь ни в одном цирке. Программа сопровождается световым лазерным оформлением и собственным шоу-балетом. Это не классическое представление, это настоящая сказка, в которую благодаря таланту всей труппы с легкостью погружаются и взрослые, и дети. Похитить новогоднее настроение не получится даже у злой Бабы-Яги, и огни на праздничной елке обязательно зажгутся. Всемирно известный цирк Филатовых на сочинской арене можно будет увидеть до 13 января. Инга Габиша, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.